Дорогие мои курочки, я в это не могу поверить, но я таки дописала свои тексты, которые я писала целую зиму, 3 месяца, а может быть даже больше. Вчера и сегодня я поглощала шоколад и строчила по клаве. И вот я за 3 месяца зимы я настрочила 35 текстов. Это 35 моих последних монологов. А затем я вас покину и буду заниматься совершенно другими вещами. Я уезжаю из Украины навсегда. И да, вот сегодня в 23:58 я таки распечатала эти 35 текстов. Вот. И мне нужно подготовиться. Мне нужно покраситься и привести себя в порядок.